Мама, скоро приедем? Да, дочь. Еще пару поворотов, и мы на месте. Ты хочешь, чтобы я тебе купила молока? Да, и конфету. Возьми трубку. Я не возьму. Что, мама? Я не тебе, зайчик. Бери трубку. Муж звонит. Не возьму, он перезвонит. У меня срочный вопрос. Где котлеты на обед? Это папа звонит? Да, но я не могу сейчас ответить, я за рулем. За рулем она. Одно другого не мешает. Бери трубку. Сгинь отсюда. Мама, ты мне? Тебе, тебе. Пойдем со мной. Мне одному скучно. Пока без меня. Нет, Лапуль, это я радио сказала. Ответь, твоя маме помощь нужна. Мам, мы скоро приедем. Да, зайка, машину не царапай. Он долго останется. Зато я его увижу. Кого? Нашего папу.